тринадцать тринадцать виды деятельности род занятков чем занимается марта чем занимается марта она работает в офисе И она працуе в офисе. Она работает на компьютере. Яна працуе за компьютером. Где Марта? Где Марта? кино. У кино. Она смотрит фильм. Яна глядит фильм. Чем занимается Питер? Чем занимается Питер? Он учится в университете. И он учится в университете. Он изучает языки. И он выучает мовы. Где Петер? Где Петер? В кафе. У каверни. Он пьет кофе. Ян пье каву Куда они любят ходить? Куда яны любят ходить? На концерт. На концерт. Они любят слушать музыку. Яны любят слушать музыку. Куда они не любят ходить? Куды яны не любят ходить? На дискотеку. На дискотеку. Они не любят танцевать. Им не подобается танцевать.